Привет! Сейчас я покажу, как сдать в аренду больше, чем 6 единиц жилья на одном участке. Ведь это максимум, и добавить больше игра просто не дает. Открываем командную строку сочетанием клавиш Ctrl-Shift-C и вводим следующую команду. Кстати, ее можно скопировать в описании под видео. Дальше вводим вторую команду. Не забудь тыкнуть Enter. Проверяем. И это работает на ура. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.